Завтра у Беларуси будет означаться Сусветный день донора. У этом годе он присвечены теме «Беспечная кров ратуе життё» и проходит под лозунгом «Сдай кров у имя здорового свету». Что мотивует доноров на безвыплатную сдачу крови, доведаліся наши корреспонденты. У донорской крови мають потребу пациенты с онкологическими захворываниями из гемофилии, хворые с хирургичной патологией, женщины подчас родов. У Гомельским областным центром трансфузиологии у год отрымливают около 23 тонн крови. Тут нарыхтовывают суцельную кров, плазму и концентрат тромбоцитов. Что месяц центр наведывают больше за 1000 доноров. До дня донора многие люди приходят сдавать кров безвыплатно. Только за полову червеня это заработали 300 человек. Акции по безвозмездной сдаче крови проводятся на протяжении всего года. И участвуют не только названные выше лица, но также еще и военнослужащие. Сдача крови полезна для организма. Во-первых, это является профилактикой заболеваний иммунной системы, заболеваний накопления, таких как подагра, атеросклероз. А также незначительные потери крови приводят к тому, что организм компенсаторно более легко борется с тем, что если возникают какие-то массивные кровотечения, то восстановление донора как пациента будет проходить более быстро. По законодавству у людей есть выбор – сдать кров и плазму платно або безвыплатно. Донор вызволяется от працы на один день с захованием заробку, обеспечивается бесплатным харчеванием до донации и грошовой компенсацией на продукты после донации. Сумма, якая належит платному донору, различивается особно. До речи, жихары в области, якія перенесли COVID-19, так само протягивают сдавать плазму. На сегодня донорами стали 11 человек, плануется, что в ближайший час до их долучаться еще 10. Донорами люди становятся по разным причинам, але мета у всех одна – допомогши тым, кому это потребуется. Ну, безвозмездно для того, чтобы помочь, ну, как я хочу, в первую очередь детям. У меня есть такая возможность, почему бы не помочь. Ну, хожу раза три в год стабильно на безвозмездной основе. Ощущение, ну, приятное, потому что делаешь полезное дело. Тут страшного ничего нет. То же самое, что сдать кровь с пальца. Только ты плюс еще к этому прилагаешь свои усилия. Здоровье. Я до сих пор помню, что у меня третья отрицательная, меня пригласили. Вот нужна эта редкая группа с резусом. Вот решила стать донором. В развитии безвозмездного донорства способствуем. Вот. У нас все сотрудники являются, многие сотрудники являются донорами, тоже все помогают. Призываем всех к донорству, не бойтесь, все. Это не страшно. Вот. И самое главное, что мы помогаем людям, детям, больным, онкологически больным. Это очень было давно. Захотел, просто пришел. Так и сдаю уже. Ну, лет 6-8, я уже даже не знаю. Надо помочь все-таки больным людям. Ну, думаю, что попробовать все-таки надо каждому. Попробовать сдавать. Потом втянутся и как бы будут ходить сами сюда уже. Приехали, попросили сдать. Мальчик заболел безвозмездно, сдавал без, ну как, лейкемии. Вот на работе после этого начал сдавать. Ну и рад, что людям помогаем. Безвозмездно постоянно просят, когда постоянно вызывают, приезжаем, сдаем. Не надо бояться. Это не больно и в обморок не падаем, даем. Ощущение хорошее, это, короче, организм молодеет. Стать донорами могут все жадающие во возрасте от 18 до 60 годов. Яны повинны важить не меньше за 50 килограмм и быть цалком здоровыми. При этом один человек, який вырашился на эту высокородную справу, ратует жизни четверых. Вероника Гамсюкова, Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».